Мы познакомились, кстати, 1 августа. Я работал тогда матросом. Анатолич был старпомом, я был его подчиненным. Значит, вот к нему приехала семья на пароход. Я стоял на трапе, вахту тогда не нес. Просто что-то знал, что приедут родственники ко всем. И я увидел ее. Это был первый человек, которого я вообще увидела, когда приехала к папе на пароход. И подымалась как раз по трапу, и сразу вот увидела его, и сразу у меня что-то вот щелкнуло, и все. Я даже не знаю, как объяснить это все словами. Ну как, сразу симпатия, влюбленность какая-то появилась. Первое мое впечатление было еще прямо вот там, вот когда именно первый раз я ее увидел, когда она поднималась по трапу. Я сразу увидел ее и понял, ты, детка, будешь моя. Ну, не обменялись ни номерами телефонов, ничем. И я уехала. Все эти 2 месяца бредила постоянно, всем подружкам на уши приседала. Не знала, как его найти ни в соцсетях, ни ВКонтакте не могла. Ну, потом в итоге он приехал с рейса и сам меня добавил в друзья. И мы начали переписываться, общаться. Все началось как обычно. Беседа там, какие-то общие темы начали появляться. То есть и мы начали общаться вот так потихоньку. Это буквально через несколько месяцев я случайно заметил, как они общаются по скайпу. Я говорю, опа, а что ты тут делаешь? Не понял. Тут резко такая заминочка, такая сразу оправдание. Она приезжала ко мне в Одессу 28 октября. Вот. Я когда ехала, долго думала, что мне сказать папе, куда я еду. Я не знала, как он отреагирует на это, что это вообще, ну то, что они работают вместе. Но я сказала, что я с подружкой гулять еду. В итоге, когда я приехала домой с мягкой игрушкой, с розой, он понял, что я далеко не с подружкой была. Я встретила ее с цветами, потом я еще медвежонка подарил. Ну и все, мы там поцеловали, у нас был первый поцелуй, вот, и мы там пошли дальше гулять в город. Я приготовил для нее этот вот, для нее сюрприз, я приготовил замочки. Мы гуляли по городу долго, ну, мороженое ели, пиццу, к морю спускались, вешали замочек на тещином мосту, ну, было очень круто. Были вместе, целовались на каждом шагу. Found us in a photograph. I saw me and I had to laugh. You know I'm not who I was. You were there, you were right above me. And I wonder if you ever loved me just for who I was. When the pain came back again, like a bitter friend, it was all that I could. Летом ходим мы обязательно постоянно на море, когда в Одессе находимся, здесь на речку. Ходим гулять, встречаемся с друзьями, там на дачу любим ездить, отдыхать. Мы часто ходим в кино. Да на разные, на все. На... Кроме, конечно, мелодрам. Ой, раньше я любила, как все девочки, только мелодрамы, поплакать, слезы. Ну, как появился Влад, я начала и боевики смотреть, и всякие комедии. Ну, комедии так смотря, ну... В общем, больше расширились спектр жанров, которые я могла смотреть, ну, сейчас смотрю. Ещё, какое у меня хобби. Да, у меня электронная сигарета есть крутая. С недавнего времени она стала моим хобби. Танчики рублюсь. Ну, когда в танке, они там по скайпу, там с друзьями, со своими вместе, вот это сидят в этом, кричат, куда ты поехал, ты не туда пошел, ты не туда поехал. Ну, с матами иногда бывает. Да, у нас есть такие вечера, когда она уходит смотреть «Холостяка», а я иду там играть в танчики, там, ну, заниматься своими делами. Вот, и тогда это единственное, наверное,
как бы промежуток времени, когда она мне не пилит мозг за танчики, за Clash of Clans и за сигарету электронную. Так в основном всегда там, ну почему ты вот это сидишь, постоянно играешь там. Уже подхожу, Зая, Зая, ну обними меня, ну пойдем. Сейчас, сейчас, подожди секунду, подожди минутку. Картошку по-домашнему с чесноком и мясо, ну, жареные обедки. Вареники пускай будет. И торт я ему пекла. Песочное печенье, вот так вот. Ну, я ответственная за приготовить, кушать, прибрать. Не, ну я могу, конечно, я помогаю ей, там, мою посуду иногда, убираю. Ну, просить надо, тогда будет чаще. Он зарабатывает деньги. У каждого своя голова на плечах, и каждый должен знать, как правильно распоряжаться бюджетом. То есть у нас бюджет общий, вот, и я считаю, что это должно быть совместное. Ну, тут как-то обоюдно, он старается прислушаться ко мне, я стараюсь прислушаться к нему и найти альтернативы. Все хорошо обдумать, а потом все вместе как бы решить, прийти к какому-то мнению. Мы хотим 4 вообще ребенка. Я первую девочку хочу очень. Я думаю, мальчика. Потому что он считает, что первый должен мальчик, чтобы брат защищал сестричку потом. А дальше уже там можно вперемешку. Я думаю, мы одинаково ревнивые. Уже этого нету, потому что я доверяю ему полностью. А поначалу, конечно, ревновала там какие-то девочки. Но мне кажется, больше свою ревность проявлял он. Я уже давно не ревновал просто. Ссоримся, все ссорятся. Потом миримся. Заечка, потемать на шею, обнять, кушать приготовить то, что он любит. Главное, что у меня как-то в руках оказалось желе, вот. Я взял кусок, но думаю, что ну, пока она меня не видит. Он стоял возле стола, кушал, кушал, и в один прекрасный момент взял ложку и так зашвырнул в меня желе, вот так вот сюда прилетело. Я подошел к ней поцеловать ее, сказать, что, ну, типа, просто там шуточка. А это после завтрака как раз было, и у меня осталось на тарелке кусочек яичницы, я в него кинула яичницу. Взяла бы, ну, палатку какую-то, в которой спать. И бутылку вина взяла бы. Косметичку. Так, чтобы нам еще взяла. Кухонный комбайн. И 3G модем. Ну, взял, наверное. Нет, ноутбук откидываем. Нож. Зажигалку и телефон. Точно бы взял с собой электронную сигарету. Но интернет бы он взял, если было бы возможно, потому что в игру надо играть. Не знаю, может, одежду какую-то. Мне нравится его чувство юмора. Заботливый. Не принимает решения вот так просто так. Он обдумает, подумает. Заботливый, вспыльчивый и добрый. Да, вот целеустремленная, это в первую очередь, да, конечно, очень целеустремленная. Веселая. Не знаю, звук слова. Да, эмоциональная. Ну, то, что вкусно готовлю, наверное, точно. То, что забочусь тоже о нем. Переживаю всегда, когда в рейсе, когда... Ну, и дома тоже. Can see you lost your way. It's just easier to hide, but he sees inside your soul. В этом же году, с 2012 на 2013, в Новый год вместе были, праздновали.
Ну, я приехала к нему с ночевкой, осталась, и так вот познакомилась с его мамой. Моим родителям Саша очень нравится. Ну, с папой, наверное, было все проще, так как я с ним уже был до этого знакомый, работал. Гонял, как и все. В полном смысле слова. Не заморачивался. Не, он человек ответственный, как бы, ну, попадал, как и все. Где-то он поднаезжал на меня даже. Ну, ничего, как бы, учил меня. Потом уже как-то начали более-менее так, ну, какой-то общий язык нашли, какие-то общие темы, на которые можно поговорить. Ну, все равно с папой легче было, а вот с мамой, как бы, думал, будет тяжелее знакомство, а у нас все как-то так пошло по накатанной, вообще нормально. Они рады были, что мы начали встречаться, что мы вместе, поэтому все нормально. февраля, на День влюбленных, решили сделать себе романтический вечер, вот, наделали там всяких канапешек, ну, такое все красивенько было, купили шампанское, и когда мы уже сели за стол, я открыл шампанское, разлил, вот, и я достал, взял оттуда кольцо и сделал предложение. Ну, он особо много слов не говорил, он достал сзади откуда-то там коробочку, открыл кольцо и просто спросил, ты выйдешь за меня замуж. Мне все так переворачивалось, это, ну, вот, ну, я реально не ожидала просто этого, даже, ну, подумать не могла. У нее, наверное, была такая трехсекундная пауза, вот, она тоже ничего не могла ответить, но тоже вот, как бы, сказала «да». Но я не сомневался, что будет ответ «да», вот. Я сразу «да» сказала. Ну, как сразу? Я сразу офигела. Я пару секунд поволчала, потом поняла, что мне ж надо собраться. И потом сразу «да» сказала. Он потом сказал, как он меня сильно любит, то, что я у него самая лучшая. Очень сильно ее люблю. В первую очередь, конечно, за ее любовь. Вот. То есть за ее ласку, за ее доброту, за нежность, за внимание. Но она у меня самая лучшая на свете. Люблю за то, что он есть. Заботится обо мне. Просто потому что любит меня. За то, какая я есть. То, что я самая лучшая у него. Ну, я с ним самая счастливая. Ну, для меня это главное.